Привет, друзья! Я сейчас хочу записать такое видео, рассказать, как я хочу посадить цветочки в балкон, на балкон. Вот такие горшочки я приобрела, 5 штук. То есть вот, по сути, вот здесь и будет как раз, собственно, само вот этот вот поручень, который вот ограждение идут балкона. Сейчас я буду сажать сюда различные растения. В основном это будут только семена, затем я их накрою вот такой пленочкой, до момента всхода они будут также под пленкой. Ни на какой балкон я их пока не буду устанавливать, пока они тут в помещении, в теплом пространстве, пока они не взойдут, и потом уже, вот. Так что, если кому-то интересно, оставайтесь со мной, пойдемте сейчас будем сеять наши семена в эти горшочки, да. И покажу, заодно расскажу, как я это буду делать и какие растения и цветочки я буду сажать. У меня здесь, смотрите, вот целый пакет земли. Земля идет универсальная. Также у меня вот имеется гвоздика турецкая, мак, укроп, петрушка, астры. Так вот, это растение, я не знаю, как называется, асетадентхера, может быть. Так, затем будут у меня гладиолусы. Еще рано, может быть, я их позже буду высеивать, не знаю. Так, и фрезия, вот такая красивая, да? Ну, и вот эту гвоздичку я тоже пересадить планирую, да, и вот эти вот гиацинты, коли они вообще не это... Не хотят цвести, расти, посажу их вместе, чтобы места меньше занимали. В общем, все, буду начинать сеять. Ну вот, поставила горшочки в ванну. Как раз уместилось у меня 4, да, из 5. Буду насыпать грунт. Керамзит насыпать не буду, потому что здесь и так уже есть отверстие для того, чтобы вода выходила. Все, землю я насыпала. Полностью прям до верха я не стала, потому что сейчас буду как раз сеять семена в увлажненную землю. То есть вот я увлажняю, как следует увлажняю землю. Увлажняю так хорошенечко, да, чтобы она такая прям влажненькая была. И буду сыпать укропчик. Укропчик. Ну, сейчас я, наверное, еще как следует, да, еще как следует ее. Вот, теперь она у меня хорошо увлажненная. И вот сыпем укропчик с вами, вот так вот, да. И как следует сейчас его распределим, чтобы он... Хорошо так весь, да? Покрыл землю. Вот. Вот это укропчик. И можно даже еще раз, да, его. Чтобы прям увлажненное, приувлажненное было, да? И теперь уже я сейчас буду его чуть-чуть, прям так слегка-слегка присыплю. Прям не сказать, что я прям буду утрамбовывать. Все-таки он должен еще зайти как следует, да? Земля, естественно, не должна быть ни в каких ни в комочках. Она должна быть все прям равномерная, да? Такая прям хорошенькая, такая сдобная. Как вот, да, тесто мы когда готовим, мы тоже делаем, да? Чтобы все было... воздушная, муку просеиваем, чтобы она кислородом напиталась. То же самое здесь, да? Ни в коем случае ничего мы не приминаем. Вот так вот аккуратненько все. Вот у нас уже первый горшочек с укропчиком готов. Я знаю, конечно, что он непривередлив, да, как правило, да, укроп он непривередливый. Так, все, думаю, что достаточно.
Но тем не менее накроем пленочкой. Пленочкой я накрыла как следует. Теперь приступаем к петрушечке. Так, землю смачиваем хорошо. Что-то я уже не хочу брызгать. Я сейчас вот так вот ее. Вот так вот. Так. Она тоже, мне кажется, сейчас так тоже хорошо. Вот. Вот. Все, смочили конкретно землю. Берем наш петрушечку. Так, итальянский гигант, да? И сыпем аккуратненько, аккуратненько. Вообще еще пока ничего не сыпется. Что там за проблема? Сейчас, секунду. Петрушечка, такие семена прям миленькие. Тоже аккуратненько, чтобы по всему горшочку распределилось, да? А то где-то густо, а где-то пусто. Так, 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 где тут я еще не прошла? До последнего, до последнего, до последнего. Ну и все. Распределяем вручную равномерно, да? Тоже равномерно. Чтобы все у нас тут равномерно вошло. Хорошо, да? С добрыми такими посылами, да? Вообще сеять нужно в хорошем настроении. Это очень важно. И с таким добрым посылом. И должно прям желание от вас идти, что вы прям хотите посеять. О, сейчас посею, все зайдет, урожай будет хороший. Вот я всегда вот такой вот считаю, вот позитивный такой, добрый настрой, но положительный. Конечно, он принесет свои плоды. Так, землю как следует, да? Как будто пуховое одеяло. Укрываем, укрываем, укрываем. Укрываем, укрываем, укрываем. Только укроем, все, и пленочкой то же самое. Так, на очереди у меня вот такие вот фрезия. В основном на растениях всегда пишут, да, вот здесь написано 7 сантиметров я должна соблюдать расстояние, 7 сантиметров в глубину я должна, да, сажать. Вот, и что еще? А, ну и потом вот они пишут, 25 сантиметров они вырастут. Так, соответственно, я прикинула, я буду сажать 5 луковичек в этот горшок. Так. Ну, в общем, буду сажать. Вы увидите все. Здесь у меня укроп, здесь, точнее, здесь петрушка, здесь укроп, здесь у меня вот такие вот луковичные растения, да. Все пока на данный момент под пленкой, чтобы вам показать. Ну, в принципе, и так уже, да, видели. Буду поливать, буду смотреть, да, как будет что сходить. Ну, я думаю, что все будет успешно, по-любому, потому что по-другому быть не может. Встретимся потом на моем балконе, и я вам обязательно покажу, как эти горшки смотрятся, что выросло. Всем хороших, удачных летних денечков, да, предстоящим летом. В общем, всем хороших, интересных идей на ваших балконах и участках. Всем пока!